Река Мацеста стала намного чище, и это видно невооруженным глазом. Все дело в том, что сотрудники водоканала провели работу по пресечению сбросов канализационных стоков жителями домов, расположенных на берегу реки. В целом, в ходе осмотра берегов Мацесты на участке от ее устья до окончания улицы Измайловской обнаружены 5 точек, через которые хозяйственно-фекальные стоки сливались непосредственно в воду. В селе Измайловка были выявлены 29 фактов незаконного сброса стоков. Во всех случаях у нарушителей было ограничено водоснабжение. Трубы, через которые осуществлялись сливы, заблокированы. Как отметил глава города Анатолий Пахомов, водоканалу и природоохранным ведомствам необходимо довести работу до конца и исключить саму возможность загрязнения рек и моря. Жителям же Сочи, подчеркивает мэр, надо понять, что каждый дом должен быть подключен к централизованной канализации, либо его следует оснастить лосами. Еще вариант – иметь договор с ассенизаторской фирмой.